Уважаемые друзья, большое спасибо за то, что подключились к вебинару. Меня зовут Заварин Сергей Сергеевич, моя коллега Сапият Хисаевна Джанибекова. Сегодняшний вебинар будет посвящен образовательной программе магистратуры физика. И в двух словах давайте, наверное, пройдемся по его организации. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы в специальной форме в правом нижнем углу экрана. В чате вы можете эти вопросы задавать. И, соответственно, после того, как мы закончим презентационную часть, то мы перейдем к ответу на эти вопросы. Сначала мы первую часть нашего вебинара посвятим тому, что в принципе из себя представляет факультет физики, как устроены образовательные и научные процессы в магистратуре факультета, и затем перейдем непосредственно к моментам, которые связаны с приемной кампанией, вступительными испытаниями и тем, как именно весь этот процесс организован. Ну, давайте начнем с общей информации. Факультет физики достаточно молодой, он был создан 2 года назад. Соответственно, сейчас, на текущий момент, у нас вот есть первый выпуск из магистратуры недавно. Первый поток получил магистерские дипломы. Ключевая информация, которую нужно знать, это то, что образовательная программа составлена при совместной экспертизе научных институтов Российской академии наук, именно отделения физических наук. В дальнейшем мы подробнее остановимся на каждом. Соответственно, ваш образовательный процесс практически на 80% будет связан непосредственно с тем научным институтом, который вы для себя выберете. То есть именно на этой базовой кафедре вы будете проходить обучение в составе небольших групп, будете слушать курсы специальных дисциплин, которые вам будут предлагать коллеги на соответствующих базовых кафедрах. Кто-то из научных сотрудников этого самого института, который вы для себя выберете, станет вашим научным руководителем. Кроме того, один день в неделю вы будете учиться на факультете все вместе, всем потоком. В течение первого курса вы будете слушать цикл лекций по 4 дисциплинам. 2 в 1-м семестре и 2 во 2-м. Соответственно, преподавателями факультета в магистратуре являются практически 100% преподавателей являются действующими учеными. Это научные сотрудники этих самых институтов РАН. Если остановиться чуть подробнее, то надо сказать, что вот тот самый базовый цикл дисциплин, про который я упомянул, это тот цикл, который вы будете слушать всем потоком. В магистратуру ведется прием на 30 бюджетных мест. Соответственно, потоком 30 человек вы будете слушать введение в физику элементарных частиц, физкинетику, астрофизику и космологию и доп. Главы квантовой механики. Цикл специальных дисциплин – это вот как раз то, что вы будете проходить уже в небольших группах, непосредственно на базе научного института, который вы для себя выберете. Соответственно, там же вы будете вести научную работу. Образовательный процесс устроен таким образом, что второй курс магистратуры, он практически полностью посвящен именно научно-исследовательской деятельности, то есть количество пар там уже становится минимальным. Давайте, наверное, подробнее остановимся на тех самых научных институтах, которые с нами взаимодействуют в формате базовых кафедр. Это Институт космических исследований, Институт физических проблем, Институт физики твердого тела, Институт теоретической физики, Институт общей физики и Институт спектроскопии. Я думаю, что здесь, наверное, можно остановиться подробнее на каждом из них. Да, смотрите, Институт космических исследований, он предлагает список дисциплин, которые позволят вам изучить специальности в области астрофизики высоких энергий, физики космоса и нелинейных явлений в плазме. Может, дальше, да? Далее, если говорить про кафедру физики низких температур на базе Института физики проблем имени Капицера, то здесь, конечно же, прежде всего институт готовит сотрудников, которые будут исследовать и изучать явления в квантовых жидкостях, квантовых точках, сверхнизких температурах и сверхпроводимости магнетизма в данных явлениях. Так, далее. Если говорить про институт спектроскопии РАН, которая готовит на кафедре квантовой оптики и нанофотоники, то это в основном, конечно же, нанофотоника, лазерная спектроскопия и физика молекул и молекулярная спектроскопия. Квантовые технологии кафедра на базе института физики, на базе института общей физики имени Прохорова РАН
которая занимается квантовой коммуникацией, физикой поверхности и наномагнетизмом и спинтроникой. Кафедра теоретической физики на базе, конечно же, института Ландау, которая занимается только теоретическими исследованиями, квантовая электродинамика, квантовый транспорт, моделирование квантовых систем и так далее. Спектр, конечно же, довольно широк. Кафедра физики конденсированных сфер на базе Института физики твердого тела РАН, который предлагает вам исследовать явления и изучать явления в области физики нелинейных явлений в конденсированных сферах, электрические свойства твердых тел, топологические эффекты в твердых телах. Хотела бы подчеркнуть, что есть в некоторых случаях путаница, что все считают, что большая часть кафедр у нас теоретическая. Нет, у нас только одна кафедра теоретическая, институт имени Ландау. Во всех остальных кафедрах у нас исследование и изучение идет как теоретическое, так и экспериментальное и практическое. Так что не надо пугаться, что будет одна теория. Да, здесь, наверное, надо сделать такое небольшое отступление. Как вот уже ранее я говорил, факультет был создан 2 года назад. Соответственно, у нас на текущий момент еще не было выпуска из бакалавриата. Соответственно, все ребята, которые поступают к нам в магистратуру, поступают из разных университетов, у них разная специальность, разные направления, разные научные интересы и, соответственно, разная подготовка в области физики. Почему я про это говорю? Потому что по опыту общения с абитуриентами прошлого и позапрошлого года часто возникает следующий вопрос, а как выбрать базовую кафедру, как понять, где именно можно реализовать свое видение на какую-то конкретную научную проблему. Здесь у нас действует достаточно простая схема, достаточно понятная. У вас впереди предстоят вступительные испытания. 1 августа будет письменный экзамен по физике, 2 августа будет собеседование. Собеседование проходит в рамках конкурса «Портфолио». Чуть позже я остановлюсь на этом подробнее, пока скажу вот именно про собеседование. Собеседование является не устным экзаменом по физике, это именно живое общение с деканом факультета, с академическим руководителем программ и с заведующими базовых кафедр. Мы бы хотели, чтобы к собеседованию каждый из абитуриентов подготовил какой-то краткий, но такой всеобъемлющий рассказ о том, чем именно вы занимались в бакалавриате, каких результатов вы достигли и какие у вас планы на магистратуру, то есть чем именно вы хотели бы заниматься в магистратуре и, возможно, на базе какого научного института. Ну и, может быть, вы сможете представить какой-то совсем примерный план работы на ближайшие 2 года. Поскольку вступительные испытания проходят в начале августа, а распределение по кафедрам в конце августа, то у вас будет целый месяц для того, чтобы съездить в каждый из научных институтов, который вам интересен, естественно, не обязательно ехать во все 6, но можно выбрать что-то для себя интересное. Соответственно, познакомиться с научными сотрудниками этого института, познакомиться с их работой, то есть чем они там в принципе занимаются, понять, насколько вообще вам это интересно, и сделать для себя в конце месяца уже какой-то понятный и осознанный выбор. Соответственно, кафедры распределяются по выбору самих студентов, то есть у вас, скажем так, в процессе живого общения с их представителями будет возможность что-то для себя выбрать. И опять-таки я, наверное, еще добавлю, что у нас была часть абитуриентов, которые поступили год назад, которые занимались совсем другими направлениями, которые, в принципе, в магистратуре у нас не представлены. Это не страшно. В целом, скажем так, в течение 2 лет у вас будет возможность наверстать упущенное. Самое главное, что предыдущие 4 года у вас была заложена определенная база. Соответственно, если вы хотите переключиться на какую-то новую для себя область исследований, это также возможно, это также обсуждаемо, как вот в ходе того самого собеседования, про которое я упомянул, так и вот в течение всего августа, когда вы можете приехать в конкретный научный институт и пообщаться с его сотрудниками. Я хотела бы добавить, что бывает так, что студент пообщался, выбрал себе кафедру, и в процессе обучения выяснилось, что на соседней кафедре тематика, которая немножко смежная, есть исследования более интересные, и ему бы хотелось работать с другим научным руководителем, с более интересным для него исследованием. Тогда, конечно же, он может перейти на эту кафедру и уже работать с другим научным руководителем. То есть нет такого, что вы выбрали кафедру, и все однозначно на все 2 года там закреплены.
Хотелось бы, чтобы это было максимально приближенное, чтобы вы на 2 года выбрали себе кафедру, но если вдруг у вас в процессе поменяется мнение, желание насчет кафедры, то это, конечно же, факультет тут идет навстречу. Главное, чтобы вы могли себя реализовать максимально. Ну да, соответственно, если вы делаете для себя какой-то обоснованный выбор в конце августа конкретной базовой кафедры, это не означает, что вы прикованы к ней цепями и должны строго быть только на ней. Я не могу сказать, что у нас было прям много случаев, когда студент менял базовую кафедру, потому что не было запросов соответствующих. Ну, по-моему, случая 3 или 4 за 2 года, наверное, такие. Да, да, ну, тем более у нас всего лишь 2 года обучения. Ну, да. Ну, и в целом, опять-таки, да, действительно, про смежные направления. Ну, к примеру, вот есть институт физических проблем, есть институт физики твердого тела. Понятно, что если мы говорим про физику твердого тела, это достаточно релевантно физике низких температур. То есть, соответственно, какие-то там вот междисциплинарные вещи вполне себе могут быть. А что здесь еще, наверное, хотелось бы добавить, то, что по каждому из этих вот направлений, в каждом из научных институтов также есть и аспирантура. Соответственно, если у вас вот по окончанию магистратуры будет желание продолжить свою научную деятельность, вы можете реализовать это как, опять-таки, на базе своего института, в котором вы будете защищать магистерскую диссертацию, так и на базе, может быть, другого, если вам этого захочется. Если говорить в целом вот про 2 года существования магистратуры факультетов, первый год состоялся совсем небольшой набор, 14 человек, год назад к нам поступило 26 человек. Преимущественно это выпускники московских вузов, в первую очередь МГУ, физфака, соответственно, во вторую физтеха, в третью МИЭТ и Бауманка. Но, к примеру, год назад вот из этих 26 человек, то есть если, скажем, в первый год, когда только факультет открылся, про него знали в основном в пределах Москвы, соответственно, вполне логично, что среди 14 поступивших только один человек представлял не московский вуз. Это был абитуриент из Тверского государственного университета. В прошлом году среди 26 студентов 14 представляли вузы других городов, только 12 представляли вузы Москвы, что, в принципе, на наш взгляд, достаточно хорошая динамика. И как раз вот для ребят, которые представляют другие города, в принципе, для всех иногородних, надо отметить, что вышки всем иногородним студентам предоставляются общежитием. Здесь нужно сделать такое важное уточнение, что Высшая школа экономики – это очень большой университет, в котором очень много студентов, и, соответственно, общежития, которые есть в вышке, они находятся в разных частях Москвы и Московской области. И в вышке действует лотерейная система поселения. Это означает то, что ни один факультет до момента поселения заранее не знает, в каком именно общежитии окажутся их студенты. Но при этом надо сделать важную ремарку, что все иногородние студенты обеспечиваются в обязательном порядке местами для проживания. 2 года назад мы столкнулись, соответственно, с такой историей, что количество поступивших иногородних ребят оказалось больше, чем количество доступных мест в общежитии. Как была решена эта проблема? Высшая школа экономики заключила партнерский договор с одной из гостиниц, и вот, к примеру, наши магистранты жили в гостинице. То есть, соответственно, может произойти вот такая история. Что касается, опять-таки, мест для проживания, что еще нужно отметить. Из 6 институтов, которые представлены на факультете, 3 находятся в Москве, 3 находятся в Московской области. Институт спектроскопии находится в городе Троицк, это юго-западное направление от Москвы. А Институт физики твердого тела и Институт теоретической физики находятся в городе Черноголовка, это северо-восточное направление от Москвы. Соответственно, в этих институтах есть возможность получить место в общежитии при них, то есть вы являетесь студентом вышки, можете получить место в общежитии вышки и плюс к этому еще и место вот непосредственно при научном институте, который вот находится за пределами МКАДа. Это что касается общежития. Надо еще добавить, что студенты магистратуры получают специальные стипендии. Стипендии составляют 20 тысяч рублей. Есть ряд простых правил, которые нужно соблюдать, чтобы эти самые стипендии не потерять. Если вы зайдете на сайт факультета физики, physics.hse.ru, то сразу вверху в разделе важных объявлений вы увидите ссылки на материалы про магистратуру и в том числе на положение о стипендиях. Там подробно перечислены все пункты, которые необходимо выполнить, чтобы не потерять эту самую стипендию. Ну, сразу скажу, что они достаточно стандартные. Скорее всего, в вашем университете, в котором вы учились, они были точно такими же. То есть нужно не иметь пересдач, не иметь дисциплинарных взысканий, ну и так далее. Это достаточно простые правила.
Что еще необходимо отметить про факультет непосредственно и про обучение? Мне кажется, что, наверное, основную информацию мы сказали. Если у вас на текущий момент есть вопросы, вы можете их написать. А сейчас мы перейдем к блоку, непосредственно связанному с приемом, с приемной кампанией. Я уже говорил, что мы ведем набор на 30 бюджетных мест. Также есть возможность обучаться на коммерческой основе, но в целом у нас пока что еще такого опыта не было. То есть все ребята, которые к нам поступили, они поступили на бюджет. Есть два вступительных испытания. Первое из них проходит 1 августа. Это письменный экзамен по физике. И на сайте факультета вы легко можете найти примеры задач прошлого года. Второй экзамен – это конкурс портфолио. Конкурс портфолио состоит из двух частей. Первое – это ваши индивидуальные достижения. В перечень индивидуальных достижений входят публикации в научных журналах, выступления на научных конференциях, ну и так далее. Опять-таки полный список вы легко можете найти на сайте факультета. Что здесь надо сказать? То, что вот эти самые индивидуальные достижения, письменный экзамен по физике оценивается из 100 баллов, соответственно 5 задач, каждая по 20 баллов. Конкурс портфолио вот, в двух своих составных частях оценивается следующим образом. Индивидуальные достижения могут дать вам до 40 баллов, и собеседование, это вторая составная часть конкурса портфолио, могут дать вам до 60 баллов. Практика последних двух лет показывает, что в перечне индивидуальных достижений у большинства абитуриентов чаще всего ничего нет. И, на наш взгляд, это совершенно нормально, потому что есть не очень много вузов, где в бакалавриате у студентов есть возможность активно публиковаться и активно ездить на научные конференции. Поэтому, если вы откроете список тех достижений, которые могут предоставить вам дополнительные баллы, увидите, что вы ни по одному параметру не соответствуете, не расстраивайтесь, это, поверьте, совершенно нормальная история. Вот, соответственно, устная часть собеседования состоится 2 августа. Документы Высшую школу экономики вы можете подать до 31 июля. Приемная комиссия находится по адресу Мясницкая, дом 20. Это центр Москвы, между станциями метро Лубянка и Чистые пруды. Сам по себе факультет физики находится возле метро Курская, по адресу Старая Басманная, 21/4. Соответственно, приемная комиссия работает каждый день с 10 до 7. В ближайшую субботу работает с 10 до 15 часов. Вы можете подать документы, соответственно, лично, явившись в эту самую приемную комиссию, либо почтой, либо второй вариант в электронном виде, в личном кабинете абитуриента магистратуры. Но отмечу, что если вы подаете документы в электронном виде, то необходимо это сделать до 29 июля. Что это за документы? В общем-то, это документ, который удостоверяет вашу личность, соответственно, паспорт, и документ, который удостоверяет ваше образование, соответственно, диплом. Все остальное только в том случае, если вам есть что положить в конкурс портфолио. В принципе, достаточно только двух этих документов. И добавлю то, что вы можете до конца июля, соответственно, до окончания приема документов подать копию диплома. После проведения вступительных испытаний до 16 августа у вас есть возможность принести оригинал, соответственно, диплома. Два вступительных испытания, про них мы уже упомянули. Я уточню, что у вас есть возможность получить 100 баллов за каждый из них. Каким образом? Если вы являетесь победителем либо призером Олимпиады Высшей школы экономики для студентов и выпускников по физике, если вы являетесь победителем студенческой конференции факультета, которая прошла в апреле, или если вы являетесь победителем, призером, медалистом Олимпиады «Я профессионал» по направлениям физика и физические методы в междисциплинарных исследованиях. Если вдруг сейчас нас смотрит кто-то, кто учится на третьем курсе, кто сейчас закончил третий курс, то мы настоятельно рекомендуем вам принимать участие в этих мероприятиях. Подробности, анонсы вы сможете в течение следующего года увидеть на сайте факультета и на сайте вышки. Соответственно, принять в них участие и заранее обеспечить себе вот льготы при поступлении в магистратуру. Что еще нужно добавить? То, что если у вас есть какие-либо вопросы, то под этим видео мы опубликуем контакты, по которым можно их задавать. Ну, во-первых, это общая почта факультета. Во-вторых, можно написать как мне, так и Сапия Хисаевне. Наши контактные адреса будут под этим видео находиться. Пишите, звоните, будем рады ответить на все ваши вопросы. Есть вопросы? Да, теперь, собственно, мы вот закончили с основной частью, которую хотели рассказать. У вас есть возможность сейчас написать вопросы в чат. Давайте
остановимся на том, какие именно курсы читаются в магистратуре в институте. То есть, смотрите, да, давайте продублируем то, что у магистерского потока есть 4 курса, которые читаются всему потоку. Общие – это введение в физику элементарных частиц, физкинетика, астрофизика и космология и доп. Главы квантовой механики. А весь остальной цикл дисциплин читается индивидуально, непосредственно при конкретном институте. То есть, Елена, на ваш вопрос мы ответим следующим образом, что все зависит от конкретного института, который вас интересует. Эти курсы разные. Скажем, вот в Институте космических исследований перечень дисциплин, которые коллеги ведут, вы можете видеть сейчас на экране. Это вот астрофизика высоких энергий, наблюдательная космология, введение в физику плазмы и так далее. А если мы говорим, допустим, про физику низких температур, про соответствующую кафедру, то вот вы можете видеть перечень дисциплин, которые читают коллеги в магистратуре. А это сильно зависит от конкретного научного института. Я сейчас еще раз просто промотаю все эти слайды. Вот вы можете обратить внимание на вот правую часть, где перечислены все курсы. Не все, даже их на самом деле немножко больше. В зависимости от конкретного научного института, от 4 до 7 дисциплин в течение 2 лет вы будете слушать. Соответственно, какие-то дисциплины занимают полгода, какие-то дисциплины занимают год, какие-то могут занять больше. Ну, опять-таки, вот предметную информацию по конкретному научному институту, который вас интересует, вы можете либо запросить, вот, написав по одному из наших контактов, либо в ходе собеседования, либо в течение августа, пообщавшись с коллегами из конкретного научного института. Ну, хотела бы добавить, эти дисциплины, читаемые в институтах, они специально по данной специальности для данного института, но при выполнении научно-исследовательской работы может быть так, что нужна дополнительная какая-то информация, какие-то данные, то здесь, конечно же, вам поможет ваш научный руководитель, поможет с подбором литературы, с пониманием литературы и с подбором статей. То есть одними дисциплинами ваше обучение может не ограничиться. То есть если вы хотите изучить более глубоко и более подробно, то ваш научный руководитель вам в этом, конечно же, поможет. Да, я думаю, что с этим вопросом мы разобрались. Теперь ответим на следующий вопрос касательно того, какой обычно конкурс на 30 мест. Смотрите, для факультета, который был создан 2 года назад, обычно это не совсем, наверное, применимое слово, потому что у нас было только 2 набора. Соответственно, я говорил, что в первый год поступило 14 человек, во второй год поступило 26. Конкурс был не очень большой, то есть, скажем, в прошлом году, год назад, было подано 35 заявлений. 26 человек стали студентами магистратуры. В этом году мы рассчитываем, что поступят 30 человек. Я предполагаю, что, наверное, конкурс будет, ну, скажем так, не сильно большим. То есть все шансы поступить, в принципе, у всех желающих имеются. Ну, для этого достаточно написать письменный экзамен по физике хорошо и вот пройти устное собеседование. Почему конкурс именно такой? Ну, мы можем сказать, что тоже, как я уже ранее упомянул, поскольку факультет создан 2 года назад, у нас еще не было выпуска из собственного бакалавриата. Поэтому через 2 года, когда этот выпуск первый будет, мы предполагаем, что конкурс в магистратуру значительно вырастет. Пока вот выпуска наших бакалавров еще не было, ну, скажем так, конкурс пока что еще не очень большой. Думаю, что ответил на ваш вопрос. Теперь на вопрос Елены по поводу доп. Глав квантовой механики. Отличный вопрос. Смотрите, если вы ознакомились с программой Skoltech, то вы могли видеть, что на одном из направлений преподают научные сотрудники Института теоретической физики Ландау. Ну и в частности, там же вы могли увидеть, к примеру, фамилию, имя Владимира Валентиновича Лебедева, который является академическим руководителем программы. Действительно, я уже ранее говорил, что все наши преподаватели и все наши, скажем, вот, научные сотрудники факультета, они являются действующими научными сотрудниками институтов Российской Академии Наук. Образовательная программа была составлена при их экспертизе, и, соответственно, коллеги ведут
в различных университетах. То есть, скажем, часть ведет только вышки, кто-то ведет вышки и на физтехе, кто-то ведет вышки и в сколтехе. А мне кажется, что пересечение с той программой, про которую вы написали, она действительно имеется. Оно действительно имеется. Почему? Потому что часть коллег преподают в том числе и там, то есть конкретно на этом направлении. Если говорить непосредственно про доп. Главы квантовой механики, именно про курс дисциплин, про доп. Главы квантовой механики, как вот цикл лекций, который есть на физфаке, честно говоря, не могу сказать. Я не знаю, в каком именно виде он представлен в сколтехе, поэтому, к сожалению, тут не могу прокомментировать. Не в курсе, как там? Я, если честно, тоже не проводила анализ. Я помню, что одно из направлений в сколтехе, оно реализовано при сотрудничестве с Институтом теоретической физики имени Ландау. Соответственно, вот, логично, что какие-то пересечения могут быть. Базовые кафедры такие же, как на физтехшколе, которая получилась в МФТИ в результате слияния двух факультетов. В чем тогда разница? Хороший вопрос. Смотрите, могу пояснить, в чем заключается разница между магистратурой соответствующей физтехшколы МФТИ и магистратурой факультета физики вышки. Я так полагаю, что наиболее сильная эта разница чувствуется в бакалавриате. Если мы говорим про магистратуру, то здесь отличие, во-первых, ну, очевидно, организационно-структурное, то есть что касается проживания, что касается стипендии и что касается там, изучаемых дисциплин, которые связаны не только с кафедрами, но и с общим направлением. Во-вторых, пожалуй, наверное, с количеством людей, которые обучаются и там, и там. То есть я не могу сейчас привести точную цифру по количеству студентов, которые зачисляются непосредственно в эту физтехшколу. Честно говоря, наизусть ее не помню, но я предполагаю, что это сильно больше 30. То есть конкретно факультет физики Высшей школы экономики создан как, скажем, такой камерный академический факультет. В бакалавриат каждый год мы набираем 50 студентов, в магистратуру планируем набирать не более 30. В нашем понимании в таком случае возможен некий вот индивидуальный подход к каждому из тех людей, которые там учатся. Соответственно, это вот некий такой базисный принцип, на котором построен вот физфак вышки конкретно. Я думаю, что, наверное, как одно из ключевых различий можно рассматривать в том числе и это. Что касается, может быть, других различий, опять-таки, я предполагаю, что несколько разный цикл дисциплин преподается и там, в том числе даже если брать конкретные научные институты. Ну, здесь, наверное, для 100% ответа на этот вопрос нужно брать просто вот две учебные программы там и там и сидеть их сравнивать. Поэтому, ну, какие-то, наверное, пересечения есть, но все же я убежден, что программы не идентичны не на 100%. Вот. Соответственно, наверное, будет вот такой ответ на этот вопрос. А будут ли еще какие-то вопросы? Если они появятся у вас позже, после завершения вебинара, либо после просмотра этого видео, повторюсь, вы сможете написать их по тем контактам, которые под этим видео будут опубликованы. И я, и София Хисаевна будем рады ответить на ваши вопросы. Вот, наверное, тогда это все. Спасибо всем большое за внимание. Пишите, будем рады детальнее какие-то моменты проговорить. Всего доброго.